Инициативам горожан зеленый свет. Уже несколько лет губкинцы предлагают свои идеи и предложения по развитию города. Об этом говорили и на внеочередном 13-м заседании городской думы. На повестке 4 вопроса. В думе звучали такие вопросы по встрече с населением, по инициативным группам, которые сейчас наше население активно проявляет, по встрече, по развитию нашего города, по предложениям различного направления по городу, по ПУРП, ПУРП-1. Предлагают свои решения, как нужно наш город обустраивать и прилегающую территорию. Благодаря идеям горожан в Губкинском уже появилось футбольное поле, тропа здоровья, современные светофоры. Также жители предлагают идеи по обустройству скверов, спортивных и игровых площадок, ремонту дорог. Какой проект самый актуальный, решают открытым голосованием.